против всех исчадий из глубин преисподней, против всех нечестивцев рода людского, против легионов мы выставим тебя одного. Рви и кромсай, пока не иссякнут. Захватчики контролируют почти две трети планеты. Мы запеленговали жреца преисподней. Цель помечена, но сигнал весьма нестабилен. И вы их не страшит воинство людей? О, нет! Только он один! Печать зверя приводит их в ужас! Какого хрена ты наделал? Раз, два, три. Молодец. Веди нас к нему. Так, давай, открывай. Так, не надо нас учить убивать демонов. Мы вот там и так мастера. Короче, я этого ждал очень давно. Я уверен, что вы тоже. О да, это для нас. Судя по тому, что я сейчас вижу, то у Сэмюэля, короче, все получилось. Если вы помните, то под конец первой части... О да, боже, как же этого не хватало. Старая добрая ультранасилие. Если вы помните, то Сэмюэль нас обманул. Он украл наш артефакт, наш меч. А нас, собственно, отправил... портал непонятно куда. Есть мнение, что он как раз вот в это вот место и отправил, и продолжил добывать аргент, кажется, да, именно эту субстанцию он вроде бы добывал из недр ада. И он считал, что он действует якобы во благо, потому что без этой субстанции, типа, всему миру и так крышка была бы, он считал, так, ясно, двойные прыжки, хорошо. Вы на самом деле не обращайте внимания, что я сейчас так лихо здесь бегу, просто дело в том, что вот этот маленький кусочек вот до вот этого вот момента, я очень много раз пробегал, потому что я пытался подружить игру с записью, она просто хреново работала, вот я и вот это вот тестировал. Но вроде бы все вроде бы в порядке по итогу, так, но дальше уже не заходил, так, это что у нас, модификатор, ну сразу берем бомбы на самом деле, потому что... Я считаю, что бомбы должны очень хорошо сочетаться вместе с здоровяком. Так, я тебя понял. Кстати, обрати внимание, это все роботы Веги. Это роботы Веги. Ты что, еще не подох? Это роботы Веги, а ведь Сэм... Компания Веги, я имею в виду. Но по факту ведь компания принадлежит Хайдену, а Хайден... На секундочку, вроде бы как предал человечество, нет? Короче, Кирова знает, но если бы не Хайден,
Не было бы у нас... Не было бы у нас Дума Этернал, я вам так скажу. Так что, Хайден, одновременно тебе и спасибо. Но ты сдохнешь, когда я до тебя доберусь. Слушай, я очень сильно пока что не понимаю. А, ну ладно. Повезло тебе, подлюка. Я пока чертовски сильно не понимаю, почему так мало патронов. Прям колоссально мало. Но чтобы добывать их больше, нужно просто... Ага, нужно просто всю эту мразоту убивать, допустим. Убивать бензопилой. Куда побежал? Да ты посмотри. Лучше б ты умер от пули дроби. Чем я... Ну, если ты хотел быть распилен. Надо, я ничего не имею против. Так. Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас слева вверху есть три жизни. Это означает, что мы с вами играем в ретро-режиме. Сейчас я объясню, что это такое. Так, погоди, что это? Адские баржи. Возвышаясь на плечах могучих рабов, жрецы преисподней командовали вторжением в мир смертных. Раб, плененный титан преисподней, переносил храмы жрецов к боевым рубежам, чтобы жрецы могли следовать за натиском сил ада из безопасного укрепления. Сидя в храме, жрецы излучали мощные псионические волны, которые крепляли дисциплину среди свирепых воинов ада и повышали их боевую эффективность. Раб неуязвим для обычного оружия, так что оборонительные силы комитета не смогли его уничтожить. Чтобы вывести титана из строя, нужно разорвать его психокинетическую связь с жрецом. Но для этого необходимо проникнуть в храм. Похоже, именно для этого мы сюда и пришли, да? Открывай! Моя душа под защитой! Вы не можете! А что насчет твоего тела? Оно под защитой, мразь! А, еще двое должно быть. По-моему, твое тело никто не защищал. Боже, я не знаю, может быть, я где-то в душе маньяк, но мне этого почему-то не хватало. О боже, это Земля такой стала, да? Это нифига не Марс. Какой малыш. Темп вторжения сократился на 36,8%. Осталось еще два жреца. Еще два жреца, ясно. Ты посмотри на эту кроху. Кажется, это именно его и называют рабом, который передвигает эти башни, да? На себе. На, любопытно. Так, что мы еще подняли только что? Вот это, да, выживших, часть первая. Записи из архива Веги. С каждым днем темп продвижения адского воинства растет. Почти две трети планеты под контролем демонов. Большая часть Земли погибла в первые месяцы вторжения, когда практически все оборудование на Земле пришло в негодность. Силы преисподней столкнулись с ожесточенным вооруженным сопротивлением. Так удалось выиграть достаточно времени, чтобы эвакуировать часть мирного населения в многочисленные убежища, изолированные от внешнего мира. Но это вот максимум их сдерживало только для того, чтобы помочь людям убежать. Но так или иначе, тенденция не очень хорошая в любом случае. Однако демонов становилось все больше, и одно за другим эти убежища были обнаружены и уничтожены. Я же об этом и говорил. Большая часть земной поверхности стала непригодной для жизни из-за заполнивших планету сил преисподней и начатого ими терраформирования, отравившего воздух и сделавшего его непригодным для дыхания. Короче, неужели Сэмюэль думал, что если он будет добывать арген... А, серьезно? Это сразу следующая модификация, и получается, что мы все, дробовик этот улучшили на максимум? Я думал, что... Блин. Я думал, что это будет редко попадаться всякие апгрейды. А, и мы можем переключаться. Дай-ка я посмотрю. У нас очень мало патронов, всего 16 штук было. А, то есть я могу выстреливать быстро? Угу. Ну и трачу я тоже это быстро. Я не знаю, мне больше всего нравится, конечно же. Если что и будет у нас стрелять быстро, это будет стрелять автомат. Ага, ясно. Это чтобы видеть, куда мы идем. Если что-то будет настрелять быстро, то это будет только автомат.
Дробовик есть дробовик. Пошел в срок отсюда. Я вам устрою настоящий ад. Ваш ад вам еще раем покажется. Так, а ну погоди. Ага. Так, здесь есть секретка. И, судя по всему, вот в ту башню нам надо, ясно. Я помню, что по первой части у нас секретки обозначались вот так вот на карте, и что, но походу они, получается, у нас будет вся карта закрыта, видимо, и они не появятся до тех пор, пока мы к ним близко не подойдем. А где она в итоге? Вот здесь все-таки, да? Ага. Отлично. Ой, игрушки наш не вылазят. Обратите, кстати говоря, внимание на то, что у нас слева вверху написано 3. Слушай, они между собой, похоже, еще воюют как-то, да? У нас строчка, короче говоря, слева вверху обозначающая, что у нас всего-навсего 3 режима. Это 3 жизни, это то, о чем я говорю, что мы с вами будем играть на ретро-режиме. То есть кошмарный уровень сложности с ретро-жизнями. То есть, когда мы прострём все 3 жизни, то это все, это край, короче. У нас больше шансов не будет. Нам придется переигрывать всю игру. Я не знаю, может быть, я пожалею об этом решении. Так, слабое место арахнотронов. Отбиваем ему его пушку, и тогда он... Ясно. Мы можем сделать это с помощью нашего гранатомета на дробовике. Великолепно. Главное сделать это быстро. Все, что ли? Нет. Умри, падаль! Никчемное создание. Лицом в пол, скотина. Я не знаю, я не буду использовать... Я не буду использовать этот самый. Очередь из дробовика. Ну она нахер никому не нужна, честно признаться. Эти твои руки. В задницу затолкаю. Так, главное, чтобы никто возле меня вот эту штуку не взорвал. Я не понял, то что все? Вы собираете... И вот эту вот армию не может остановить человечество? Только разве что в том случае, если они были бы неуязвимы к обычному оружию. Но они же уязвимы. Лицом в пол, мразь. Слушай, а я помню, по первой части мы за вот такие всякие убийства вроде бы как могли получать... да, у нас было задание, что-то мы открывали. Я уже, честно говоря, честно признаться, просто не помню что. О, да, иди к папочке. А, то есть мы можем либо выбирать это, либо вот так, да, либо вот так. А можно делать вот так? Да, так тоже можно. Имеется в виду просто на 1-2. Сколько? 60 патронов. Слушай, я не знаю, какого черта, может быть, это из уровня сложности, но патрон реально мало. Пока, конечно, не то, чтобы... Что это такое? Пока это, конечно, не то, чтобы ощущается, но, блин, мне не нравится. Если будет полчища монстров... Это картографические посты, которые, если мы будем посещать, мы сможем загружать карту к себе, да? И они в итоге... но они откроют всю карту. Также на нашей карте на разведке территории будут отмечаться ценные предметы. Угу. Ясно. Ну, я не знаю, либо мы просто чего-то еще не нашли здесь, либо мы все-таки уже что-то пропустили. Так, у нас будет стычка здесь и здесь. Знаешь что? Если нам показываются стычки, это выглядит так, как будто бы у нас есть своего рода открытый мир, что ли. То есть мы сейчас бегаем. Вот там где-то было бы отличное место для секретки, я считаю. Мы сейчас с вами бегаем, получается, по разрушенному городу, не по Марсу. Есть мнение, что мы так и будем продолжать действовать. Я тебе сейчас... Так, погоди. Погоди, надо принять жопонадирательскую позу. Кстати, я совсем вам забыл сказать. Чай на голову, наушники в руки.
По-другому мы не играем. Смотри, они сами между собой воюют. Потихоньку, я так посмотрю. А, я должен еще... Я понял, у меня всего-навсего получается в... У меня всего-навсего 3 заряда идет гранат. Ого. Так, ладно, я думаю, что мы до него еще дойдем. Лучше избавиться от тех, кто нам здесь будет мешать. Надо срочно, знаешь, что сделать? Надо срочно эту штуку... Охренеть. Охренеть, у этой штуки патроны. Мне кажется, такими патронами можно танк остановить, честно говоря. О, нет, оно пришло. Так, не очень хорошо на самом деле. У меня нет патрон. Таких, чтобы можно было... Такими, чтобы можно было защищаться. Можно на самом деле... Проблемы. Не, блин, можно на самом деле использовать этот... А, блин, да как он называется? Бензопилу, короче. А ну иди сюда. Умри! Да, я забыл. Действительно, можно же было использовать... Когда у нас есть 3 заряда бензопилы... О, там секретка. Когда у нас есть 3 заряда бензопилы, то можно же было, похоже, как-то вот отсюда можно залезть. Можно было распилить кого угодно. Но теперь... Теперь надо как-то зарядить. Как красиво созданный нами мир. О, да. Просто прелесть. Особенно вот эти пентаграммы вызывают особенное чувство, да? Вот туда, похоже, надо залезть. Ну-ка. Я, конечно, не уверен, может быть, я не прав. Здесь просто, когда куда-то нельзя залезть, вот оно как раз вот так вот и выглядит. Меня прям выталкивает из этого места. А, нет, можно, смотри. Ясно, значит, куда... в общем, по карте можно куда... Если по карте показано, что мы можем сюда залезть, значит, мы сюда можем залезть. А-а. Они там, короче, между собой воюют, я не понимаю почему, то есть им, видимо, скучно. Угу. Им, видимо, скучно, людей больше нету, они уже решили хотя бы друг другу сраки понадирать, да? Так, это что такое? Выживший, часть 2, оно... Закономерная реакция на демоническое вторжение стал массовый исход. Несколько сотен тысяч землян были эвакуированы в открытый космос в состоянии криогенной заморозки. В капсулах? Что, к сожалению, не могло гарантировать выживание. Иконография и объединение людей в коммуны стали обыденным явлением, а объяснение всему происходящему люди все чаще находили в библейских сюжетах. Ну, типа, это должно было произойти, типа, мы к этому были готовы, знаешь. Большинству хотелось верить в существование высших сил и божественную кару, за которой привычный мир был так быстро уничтожен. То есть ты считаешь, что это не так? Опа! Ага, то есть, когда мы находим дополнительную жизнь, у нас есть 3 жизни, мы находим дополнительную, у нас есть их больше, то есть мы можем так накопить. Ясно, ну хорошо, это очень хорошо, я вам скажу. Капец, я не знаю, мне кажется, что мы таким... Банан. Мне кажется, что мы таким оружием можем танки останавливать, не только демонов. Блин, это что, все серьезно? Как вы собираетесь меня вообще останавливать? Желтый доступ? Типа нам нужна желтая ключ-карта? Это прям как в очень старом Думе. Я не помню, чтобы так было в предыдущем, честно говоря, чтобы мы по ключ-картам передвигались, честно говоря. Опа. Вот этот робот, смотри, это пулемет, выглядит как наш людской, то есть... А ну погоди. Я ничего не пропустил? Да вроде нет пока еще. Выглядит как наш людской робот. То есть имеется в виду сделанный специально для того, чтобы воевать со всеми малышами. Отдохни, мразь. Опа. Ага. Слушай, ну я не знаю, если так пойдет и дальше. У нас будет колоссальное количество жизни в итоге. Смотри, понес.
Это он понес вот туда, получается, вот к той башне, достраивать ее. Блин, ну по факту получается, что те, кто управляет этими демонами, вообще никчемные. Так, цепляться за стены через... Ага, ясно. Угу. И желтая ключ-карта. Великолепно. Вот это ты подписал себе смертный приговор. Ублюдок. Да, я пока что я очень сильно тащусь от липучих гранат. Но эти липучие гранаты, они получаются из обычных... Лицом в пол, мразь! Они получаются из обычных этих самых... Да что такое? Так, аккуратно. Из обычных патронов, короче, что я могу сказать? Так, мне вот это не нравится. Еще, кстати, повезло, что нет этих конченых со щитом. Я вспомнил внезапно, что такие тоже были. Умри. Так, тихо. Кстати, когда вот это вот взрывается, то нас это не убивает. Что? Что там бякнуло? Оно еще разговаривать умеет, прикинь. Так. Тихо. Там робот, по-моему, да? Да. Слушай, очень не хватает на самом деле большого количества снарядов, но как бы и так справляемся, честно говоря, но все равно. Чтобы добавить снаряды, их нужно располовинивать с помощью... А, так, их нужно располовинивать с помощью этих самых. Опа, отлично. С помощью бензопилы, и тогда мы получаем дополнительные снаряды. Ага. Так, аккуратно. Ёлки-палки, это еще что за хренотень? Оно живое. Оно, мать твою, живое. Отлично. Значит, скоро мы это умертвим. Блин, а нельзя как-то, я не знаю, может быть, найти какой-то модификатор, который сделает обойму больше? Так, ну, получается, что за далеко мы закончили полностью. Так, точная стрельба, это... Ага, ясно. Либо микроракеты. Супер, я хочу микроракеты. Это было одно из моих любимых оружий в первом Думе. Я думаю, что здесь это будет то же самое. Смотри, Веган у нас полностью работает. Полностью переключился. Это, видимо, из-за того, что мы с ним практически слились в предыдущей части. Видимо, Сэмюэль вообще уже к этому не имеет никакого отношения. Это что такое? Граната? Которая мгновенно взрывается при попадании в демона. Так, такой взрыв дезориентирует вражеских им демонов, так используя его сочетание с другими видами оружия. Ага. И медленно перезаряжается. Я тебя услышал. Очень похоже на пушку этого хищника. Ну, допустим. Допустим. Слабое место, как и демонов, их прожорливость. Я тебя услышал. Вы, кстати говоря, обратили внимание, что эти мрази... Опа. Кушай! Приятного аппетита! А я пока тебе глазик на сраку натяну. Ну-ка. Вы обратили внимание, что эти мрази стреляют на опережение? Это прям капец. Лицом в пол! Ублюдина! Блин. В лицо. Боже, как это прекрасно. Только не понимаю, ну, как бы, да, если так пойдет и дальше, то патронов нам вполне себе хватит на всех. Слушай, тут очень много лежит патронов для вот этой пушки. Давай ее использовать.
Тем более, что оно просто разрывает. Я даже, честно говоря, не вижу смысла использовать сейчас. Не вижу смысла даже использовать что-то по типу обычного, обычных выстрелов. Что происходит? Я консоль запустил случайно, я сейчас из-за этого умру. Тихо. Какой гений ставит? Ну, в принципе, консоль всегда была на эту кнопку. Ладно, проехали. Вроде выжили. Нет! Я всрал жизнь из-за сраной консоли, серьезно! Ух, твою мать! Ох, вы меня разозлили! Сейчас я на ком-то оторвусь, я тебе говорю. Получи, мразь! Тю! Сплошные разочарования, не демоны. Только и могут побеждать меня, если я случайно дезориентируюсь. Нам надо найти еще одну такую штуку, тогда я смогу такого демона распилить только так. К слову, у меня закончились припасы на этот. На дробовик. Поэтому я не буду экономить, просто распилю эту срань. Скорее всего, только так и буду это использовать на самом деле. Ну, имеется в виду... Бензопилу буду использовать только для того, чтобы получить патроны, вот реально. Только разве что для этого. Боже, земля как никогда прекрасна, я тебе говорю. Ну-ка, мы ничего не упустили, кстати говоря. Да вроде нет. Карты стали гигантские просто. Это, честно говоря, очень круто. Угу, у нас будет еще одна стычка. Отлично. Корпорация хочет поблагодарить вас за поддержку. Ваши страдания вдохновляют нас каждый день. Ой, как, короче, теперь вообще не скрывает то, что она делает. Тихо. Если раньше она еще как-то вуалировала свои занятия вот этой всей ерундой, там по типу мы стремимся к светлому будущему, вот это вот все, Аргент это наше все, и то походу теперь они вообще не скрывают ничего. Что такое? Ага, я тебя понял. Ну как, а демоны теперь стали явно прям совсем никчемные. Хотя и раньше они были не то чтобы слишком сильные. По крайней мере, когда я их распиливал бензопилой, я не замечал их совершенно. Создание комитета. Демоническое вторжение определило судьбу всей планеты. Больше не осталось ни стран, ни разделивших их границ. Однако некоторым чиновникам, крупным политикам и высоким военным чинам удалось выжить благодаря защитным бункерам, скрытым от глаз общественности. Все они объединились под флагом Союза наций, который воплощал все то, что осталось от законодательной власти и при благоприятных обстоятельствах могло бы стать единым общемировым правительством. Союз наций совместно с военными базами предпринимал усилия для того, чтобы создать централизированную систему власти, построить надежное убежище для выживших, обеспечить их едой и необходимыми припасами. В новых условиях могли работать исключительно внутренние военные средства связи, что обеспечило военным возможность участвовать в отправке гуманитарной помощи и защитных операциях. К 2151 году создание комитета стало делом первоочередной значимости и последней надежды человечества. Серьезно? Я даже не знаю. Как бы хорошо, что... Мразь. Я хотел сказать, что... Так, отсюда тоже вылезет, наверное, да? Или оно хотело вылезти, пока я здесь все не взорвал к чертям собачьим. Я даже не знаю, что насчет этого... комитета сказать. Слушай, это как в Half-Life. Реально, они из Half-Life, походу. Опа. Ну, это хорошо. Говорю, не знаю, что сказать. Опа, это что такое? Секрет? Ага. А, ну подожди. Да, это реально. Имеется в виду, что я его мог случайно пробежать сейчас.
Чего? Чит-коды? Бесконечная жизнь? Чит-коды позволяют нам перепройти задание с обычными модификаторами? Патроны, все руны, так, игра с чит-кодами не отключает прогресс, позволяет нам находить недостающие предметы, проходить дополнительные столкновения и экспериментировать с недоступным оружием и улучшениями. Ну, это типа легальные чит-коды, да? Ну, я даже не знаю, честно говоря, то есть имеется в виду взять себе, короче, режим ретро с ограниченными жизнями и использовать чит-код на бесконечной жизни, серьезно? Ну, типа, нафиг оно надо? Это, во-первых... А может быть, они, кстати говоря, есть такие только в ретро-режиме, кстати говоря, как вариант. Но, честно говоря, вот то, на что я бы реально использовал бы чит-код, так это на бесконечные патроны, потому что вот реально, из-за того, что мне приходится контролировать этот процесс, чтобы они у нас всегда были, мне нужно, во-первых, лучше целиться. Это на самом деле очень хорошо, что нужно лучше целиться. Ну, точно, просто лучше играть, ничего сложного, просто лучше играем, да и все. Но, просто есть еще один нюанс. Из-за того, что я пытаюсь контролировать этот процесс, мы теряем в динамике. Не то, чтобы сильно критично, но теряем. Приятного аппетита! Ублюдок. Так, а демон на самом деле, если в меня все-таки попадет разучик, мало вот реально не покажется, я тебе серьезно говорю. А! Тихо. Лицом в пол, мразь! А, там жизнь! Ух! Боже, напугала меня тварина! Конфуз есть? Перезарядка! Так, тихо. Жизнь. Кушай, не обляпайся. И других не обляпай, пожалуйста, своими кишками. Просто дохренища их сейчас здесь было. А все потому, что они скопились из-за этого. Короче. Кишки вывалил меня на пол. Из-за робота они, короче говоря, скопились здесь. Да твою мать! 3 выстрела или 4 выстрела на одного... На одного гребаного демона, серьезно! Надо свои руки вправить на место, срочно. Надо, короче, за каждый промах... за каждый промах надо, короче, мне бить молотком по рукам. Или, может быть, для начала просто сенсу снизить, но это такое. Мне кажется, поможет молоток. О, хорошо. Я иногда себя маньяком чувствую. Эта игра удовлетворяет моего внутреннего маньяка, короче. Какого хера? Я сейчас за вами бегать должен, что ли? Кто из вас демоны? Вы или я? Так, аккуратно. Лицом в пол, мразь! А! Вот этот выстрел, он реально конченый. Он когда попадает... Именно прямым... О! Скотина! Когда идет именно прямое попадание, то... Выжить реально сложно. Так, проблема. Не должно быть серьезное, но все-таки. Мразь. Надо следить за полом. Что здесь появилось? Вот такая... Что? 666 демонов? Когда я успел? Хер его знает. Или это типа надо будет убить 666 демонов? Опа, там есть жизнь. Надо ее забрать. И у нас их будет 6. Слушай, мне нравится этот ретро-режим, я тебе скажу.
Ага. Он прям неплох. Так, тогда от этой твари избавиться. Быстро. Тихо, 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 тихо. Она, блин, пока перезарядится, полгода пройдет. Ага, ясно. Это просто просто обход получился. Короче говоря, я не знаю, можно подытожить. Ничего мясистить дума, просто в жизни ничего не будет. Хотя у многих ретро-шутанов... А, серьезно, все? Созидательница рядом. Она внутри цитадели демонов. Отмечаю точку на индикаторе. Консозидательница? Многие ретро-шутеры на самом деле неплохо такие себя тоже показывают. Например, тот же Dusk. Dusk, да, он самый... Если его сравнить, допустим, с тем же Думом, он очень себя неплохо показывает на его фоне. По мясистости и по адреналину. Так, погоди. Я туда-сюда бегаю, на самом деле я могу просто посмотреть на карте. Правда ведь? Ну, вроде ничего не пропущено. Хотя нет, подожди. Две секретки какие-то еще есть где-то. Мы где-то выпустили две секретки все-таки. Блин, а где? Обычно, когда мы пробегаем мимо секреток, они сразу помечаются. И вроде бы все найдено, разве нет? Ну хер его знает, может быть дальше? Мы, похоже, вот туда идем. Тут как раз один из таких малышей туда нес кусок башни. Прямо над вами находится место сбора жрецов преисподней. По моим данным, в самом центре этого комплекса имеется лифт. Сотри-сотри, несет такой. Наверное, знаешь что? У них просто мозга толком нету. То есть имеется в виду, что если ими никто не будет управлять, ни один из жрецов, то они просто не будут знать, куда девать себя. Блин, какая красота, боже правый. Я предвкушаю мясо. Давайте, не разочаруйте меня. Часовые башни. Ненавижу часовые башни. Еще в Думе не хватало часовых башен. Быстрое перемещение позволяет телепортироваться в любую посещенную точку на карте. Серьезно? Используйте его, чтобы собрать пропущенные предметы и добить уцелевших врагов. А, то есть, когда мы, получается, подходим близко к концу, к завершению главы. Кстати говоря, кодекс, да. Когда мы быстро подходим, близко подходим к завершению главы, мы можем, получается, куда-то телепортироваться. Чтобы собрать, видимо, пропущенные секретки, да? Ну, вот, допустим, я пропустил несколько. Ну, вот, допустим, вот это тоже секрет, наверное, да, считается? Ну-ка, жрецы преисподней. Вот этого уже нету в живых. Так, погоди. Жрецы в совершенстве владели оккультной магией и обратили свои сокровенные знания против земли. Они, видимо, были когда-то землянами, да? Ну, то есть, имеется в виду, жили на земле, но служили преисподней. Так, готовясь к последнему кровавому ритуалу. Кровь жрецов, ключ к этому зловещему ритуалу, и пока жив хоть один из них, демоны продолжат опустошать землю и истреблять ее смертных обитателей. Чтобы даровать земле спасение, необходимо убить всех жрецов и остановить кровавый ритуал. А какого хера, что всего три? Серьезно? То есть вся преисподняя держится на трех жрецах? Больше никто не владеет ритуалом никаким, не? Так, ну... Я, конечно, все понимаю, но По итогу мы реально пропустили где-то один секрет. Может быть, он здесь? Mm-mm.
да, оно все-таки здесь находится. Ясно. Диагнилокс. Диагнилокс – один из троих жрецов преисподней, направляющих вторжение ада на Землю. Он предпочитает действовать на поверхностях планеты, сидя в своей ужасной повозке. Закрепленный на спине титанического демона, жрец возвышается над полем боя и видит все, что ему необходимо. Все, что ему необходимо, а Титан может доставить Николаса куда тому заблагорассудится. Безжалостный Нилокс не гнушается захватывать ни в чем не повинных жителей планеты живыми, чтобы использовать их кровь в своих оккультных ритуалах. Но больше он этого не... никак не сможет провернуть. Хотя он что-то говорил про защиту души, может быть его могут воскресить, чего мне вот вообще было бы не на руку. Но пока что идем разберемся с оставшимися двумя. Там присутствует Кан-Созидательница, но за пределами своих владений она в полном смысле неуязвима. Хеллоу, выродки. Как это возможно? Никто живой не мог пройти врата, только... А если вот так? Это ничего не изменит! Мир будет принесен в жертву Великой Кан-Созидательницы, и источник мощи вновь наполнится до краев. Как предначертано, он поглотит жалкие души неверных! И даже ты не спасешь их от воздаяния! Бу! Не смей вмешиваться. Это шанс человечеству на искупление. Послужить нам за грехи. Воля Созидательницы — закон для каждого. Я активирую портал. Поцелуй мой толстый, блестящий дробовик, Кан-Созидательница.